обожаю ваш блокнот. Я готов. Давайте. Мне надо раздеваться. Скоро стартует весенний призыв. Есть такое выражение: не служил, не мужик. А что думают об этом жители Краснодара, мы узнаем прямо сейчас. Смотри, что понимаете под мужиком. Честно, я вот в армии был, в армии делать вообще не... Служил, мужик. Ой, не, я не буду говорить. Я не служил, но я служил на альтернативке. А можно на кухне служить? А кому служить? Тёще. Не служил, значит, не мужик, отвалите. Ну, молодые люди должны все-таки проходить службу в армию, либо по желанию. По-моему, у меня этот синдром Кличко. Наш президент не служил в армии, он учился, а потом был военнослужащим, но в армии не служил, как такое нормально. Раньше армия была жесткой, и там действительно учили выживать и защищать родину, то сейчас, мне кажется, там страдать. А что сейчас год служить-то? Скорее всего, через месяц как раз-таки пойду это делать. Я считаю, все должны служить. Я 3 года служила, да. Мужчина, он в любом случае мужчина, в нем должен быть мужской след в первую очередь. Я не служил. Музык определение это такое, ну, когда ты сможешь содержать свою семью, когда ты зарабатываешь деньги, вот тогда ты музык. А те, кто не служит, это плохо. Нам нужна серьезная армия, серьезные люди. А слабенькие, больные, ну пусть...